На 81-м году ушел из жизни американский актер Томми Кирк. Он умер в своем доме в Лас-Вегасе, его тело обнаружил сосед. Смерть артиста наступила по естественным причинам. Об этом сообщает ТМСТА. Томми Кирк родился 10 декабря 1941 года в городе Луисвилл, штата Кентукки. Широкой публике он стал известен после того, как сыграл в вестерне от Дисней «Старый брехун» 1957 года выпуска. В картине он исполнил главную роль – мальчика, хозяина героической собаки. Он также снялся в ряде фильмов студии Дисней, однако в 1964 году его уволил сам основатель компании Уолт Дисней. Тогда СМИ сообщали, что Кирка, которому на тот момент был 21 год, уволили из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2006 году актеру было присуждено почетное звание «Легенда Дисней». Награда вручается ежегодно людям, которые сделали экстраординарный и существенный вклад в историю студии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.